здесь подрывается. Здравствуйте. А как бейджик ваш перевернулся? Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, здравствуйте. Меня зовут Александр. Здравствуйте. Я не возражаю против съемки. Да? Но выкладывать не будем? Да, да, да. Согласна. Потом да. В суд подойдете. Но я против того, чтобы вы меня выкладывали куда-то в соцсети. Мы это услышали. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит с просроченным товаром? Так как я являюсь журналистом, я имею право фиксировать правонарушение и то лицо, которое нарушает, выкладывать его для обозрения для зрителей. В данный момент предусмотрена статья просроченным товаром. С вами познакомьтесь, пожалуйста. Видите, когда закончилось? Еще в марте. Да, у нас? Да, я согласна с вами. А можете мне объяснить, что это такое у вас? Да. Эти конфеты, весовые конфеты, приходят в коробку. На коробке паспорт есть? Да. Почему вы нарушили? Есть у меня. Почему нарушили вы упаковку? Нарушили. В данный момент меня интересует именно срок годности вот этих конфет. Я вам могу предоставить. Вы можете предоставить, конечно, те, которые у вас на слайде, согласны? Нет. Хорошо, можете ознакомиться сами. Я-то знаю 11 пункт правил торговли. Там четко прописано. И с Ампином ознакомиться, каким образом продается товар. Вы могли также эти яйца тоже выложить из упаковки и сказать, что, ну, понимаете, упаковка порвалась, где-то там упаковка есть на складе. А как я могу быть уверен, что именно эти конфеты, вы принесете мне паспорт именно от этих конфет? Именно от этих конфет? Да. А каким образом? Каким образом? У меня есть остатки по товару. Да. И у меня есть как бы маркировка от коробки с этих конфет. Ну, принесите, пожалуйста, все маркировки. Прямо сюда? Прямо сейчас его пройдете со мной? Да. Давайте попробуем. Там сейчас изымают, там еще много просрочки у вас. Сейчас будет фокус. Вы посмотрите, каким образом нас попытаются обмануть. Что это у вас? Я вас не пытаюсь обмануть, молодые люди. Нет. Вот, потому что я не ходила вот ни москвич. На склад, никуда. Вот это москвичка, да? А как можно убедиться, что именно москвичка, которую мы взяли, она здесь? Это, допустим, вы не продали месяц назад или два месяца назад. Как можно убедиться, что именно это от этих конфет? Знаете как? Оставляете в той же коробке, как она приходит, с подтверждением. Вот они, пожалуйста. Вот это как вы сможете подтвердить? Давайте отойдем куда-нибудь в сторону, чтобы не мешать. Мы были в стороне, вы нас сюда попросили. Вы же знаете, что это запрещено так, да, делать? Ну, конфеты должны храниться в разной коробке, я понимаю. А почему вы тогда нарушаете упаковку? Ну, так получилось. Да как может так получиться, столько огромное такое количество? Вы понимаете, что это все изымается и уничтожается? Все весовые конфеты. Они же не дешевые у вас. Посмотрите. Почему вы так все подставили? Или руководство подставили? Вызывайте наряд полиции. Так, нам что нужно от вас? Нам нужно от вас ТСД же, у вас выносной есть переносной? Это все уничтожается, то, что подтверждается? Что, с чем вы не согласны? Это все изымается, передается Роспотребнадзор, СЭС там будет с вами уже разбираться. Чеки у нас на большие суммы. Сейчас мы с вами сперва сделаем возврат. Это не возврат, а списание. Потом будем делать возврат. Ну и согласно акции, то, что вы должны выполнить, естественно, выполнить, то хоть какое-то наказание вы принесли. Там смотрели, там их еще много осталось. Она уже копается. А, она сама? Сотрудники там, да? Ну, они видели. Я не... Старые конфеты должны перевеситься, чтобы их убрать. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, сейчас какой порядок действий будет происходить? Что вы будете делать с этим? Скажите, как есть. Давайте отдадим в детский дом все это. Просто отдадим сейчас в детский дом. За конфеты согласна, за остальное нет. Ну да. Потому что я уверена на 100%, что конфеты не просрочены. Что конфеты не просрочены? Ну, подтвердить не можете, да? Подтвердить я могу вам только вот таким вот образом. Я понял. Ну, это вы сами понимаете, да, же, это что-то я нарушение. Понимаю, да. Так, то есть вы сейчас согласны списать только то, что подтверждается на упаковке, правильно? ТСД выносите, списываете то, что вы списываете. Я сейчас спешу все, что вы сюда не принесли. Хорошо, давайте. ТСД принесите, потому пока что, конечно, мы выложим. Я понимаю, зовут? Что с этим я не Галина. Права. Галина, давайте мы сейчас пока разложим. ТСД принесете, чтобы вам удобнее было. Есть.
Вот сейчас мы сделали эксперимент маленький такой. Мы взяли KitKat, который мы нашли в упаковке, и паспорт, который они нам показывали, и даты не сходятся. То есть я им говорю, что, ребята, у вас не сходится то, что вы продаете, с тем, что у вас находится якобы паспорт. Какое количество яиц у него? Уничтожаем демонстративно в контейнер. На улицу. А у вас подключен он, да? Да, подключен. Хорошо. Девочки, надо спасать. Я еще раз повторяю, что я не против видеосъемки, но не... я против того, чтобы вы выкладывали мы вас услышали. Видео с моим... Ребят, надо спасать товар, сейчас зальется водой. Как вас устроит, смотрите. Конечно, конечно. Посмотрите, дождь идет, и в таком состоянии у нас разгрузка произошла. Магазин Билла. Разгрузили товар на улицу. А сейчас идет дождь. Кошмар. Кошмар. Вот Александр Борисович, как истинный джентльмен, пошел помогать этим прекрасным девушкам уничтожать продукцию. Как вы помните, как в Сверконсе, да, некоторые операторы смерти снимали. Только на крышу не залезай. Все, что было утилизировано. Здесь даже маленькие части тут побывали. И теперь мы идем делать возврат денежных средств. Девушка, а почему вы не возвращаете денежные средства? Девушка, да. Почему вы деньги не возвращаете? Ну, чтобы сделать возврат, мне нужен товар. Так а почему вы его унесли? Что я унесла? Ваши коллеги унесли товар, уничтожили. А все на видео записано. Я не могу. А кто может ответить? Я взяла. Ну, так я как к старшему кассиру обращаюсь. Ну, ваши коллеги взяли товар мой? Да. Мне нужно видеть этот товар, чтобы Оля, что у вас? Он у вас ярко списание. Вот, а что мне с ними делать? Что? Товар в мусорке. Идите, берите, да. Идите, забирайте. Вам принести его сюда? Я вам принесу, и яйца вам принесу. И вам... Вы будете отмывать магазин 2 дня. Я вам серьезно говорю, я вам сейчас принесу эту. С кем? Ну вот что, мне пробивать вот этот товар? Естественно, пробивать. А как вы можете Это же правило оферты. Как вы можете отказать? Вы же кассир просто. Я просто кассир. Правильно. Пробивайте. Все? Не все. Остальное так заберем. Значит, я могу не пробивать этот просроченный товар. Да? Да. Почему не могу? Я его не пробиваю. То есть вы соглашаетесь, что он просроченный, да? Ну да, я вижу, что он просроченный. Во-первых, не знаю, где вы его взяли. На полке вы его взяли или на полке вы его взяли. Я с собой принес, наверное. Может быть. Поэтому я вижу, что он просроченный. Я его пробивать вам не буду. Хорошо, давайте мы его так, просто так заберем. А вы просто так его не заберем? Можете поспорить со мной. Остальное будете пробивать? Я не могу пробивать просроченный товар. Хорошо. Я готов был его оплатить. Что, пробивает? Что? Пробивает? 2 позиции пробили, потом отменили. Потом 2 раза туда-сюда прошли с фотомодельной покупкой. Опять пришли. Ну все, отказала, да? Да. Девушка, будете пробивать? Что действуете? Действует. Она входит.